Миноги, рыбообразные существа класса круглоротых, размножаются в реках и ручьях с галечниковым грунтом. Перед нерестом минога готовит на дне место для гнезда, присасывая своей ротовой воронкой к камешкам и оттаскивая их в стороны. Для икрометания миноги поднимаются вверх по течению, иногда на сотни километров. Личинки миног, так называемые пескоройки, превращаются во взрослых животных только через несколько лет. Миноги нападают на рыб, присасываясь к ним с помощью своей ротовой присоски. Вгрызаясь в тело жертвы, они питаются ее кровью и тканями.